Добрый день, мои дорогие друзья. 7 ноября, поселок Личинкай, Кабардино-Балкария. Отличная погода для работы в саду. Воскресный день мы проводим в обработке мульчирователем междурядий. Вот он наш красавец. Входим в следующий ряд. Пуск и погнали. Вот так, друзья, смотрите, вот необработанный ряд. Мы видим трава, да, какая высокая. Ну и соответственно после обработки все хорошо.